Они снова закрыли стекло входной двери пленкой темного цвета, после чего один остался придерживать пленку, второй начал вскрывать сейф банкомата. Примерно 20 минут мужчина вскрывал сейф банкомата. В 3 часа 26 минут мужчина вскрыл дверь сейфа банкомата и начал доставать кассеты с денежными средствами. Всего вытащил 4 кассеты, 2 из которых мужчина передал второму мужчине, 2 взял сам. После чего мужчины покинули помещение, забрав с собой пленку темного цвета. В момент хищения 21 марта 2021 года в банкомате оставались денежные средства в сумме 7 421 300 рублей.